Я поехала назад, вперед невозможно. Альбина Богданова, чтобы попасть к себе домой, первым делом расчищает дорогу от снега. Ее автомобиль словно заложник. Несмотря на зимнюю резину, не может противостоять сегодняшнему снегопаду. Снегопад, конечно, это хорошо. Светло стало на улице, хорошо, конечно. Но трудности, как видите, на наших дорогах. Все тут происходит, особенно на маленьких улицах, где мало ездят машины. Очень тяжело ни развернуться, ни вот даже до дома доехать не смогла. Алексей Вахрушев оказался более подготовленным к зиме. Смастерил мини-трактор, с помощью которого убирает снег возле дома. Отвал многофункциональный он. Можно, допустим, прямо, можно в эту сторону, как бы влево, вправо. То есть он сам поворачивается. Ну, поворачиваешь. Так, здесь хорошо помогает, особенно зимой. В ночь на 21 ноября в Мамадыше начался интенсивный снегопад. К 6 часам утра вторника зафиксировано более 10 сантиметров осадков. В небольшом городе возникли даже пробки. Особенно затруднено движение на центральных улицах. Коммунальщики приступили к работе сегодня в 2 ночи. Работы ведутся даже сейчас. Для оперативной расчистки городских дорог на улице Мамадыше вывели 12 единиц спецтехники. Наши рабочие уже выехали в 2 часа утра. Вся техника работоспособная. Было готово на 100%. Все песко-соляная смесь уже приготовлена, загружена. У нас основные маршруты – это центральные улицы. Мы все проехали. Маршрут автобусов, остановки все. Сейчас уже вот все выехало. И сейчас по поперечным улицам остальное расчищаем. Ой, какие они молодцы. Вот сейчас иду и хвалю их. Пока говорю, я пройду, дайте, отдохните хотя бы, чтобы, вот, молодцы вообще, пусть, дай бог, пусть работают, надо же кому-то. Есть и которые благодарят, а есть которые и ругают, потому что снега много, не успеваем чистить, никак невозможно за один день весь город, тротуаров много, остановок много, детских площадок много, на Советский это самый центр города, вот все не успеваем. В Мамадыше продолжает действовать режим повышенной готовности. Его ввели с 18 часов 20 числа. В районе объявили штормовое предупреждение в связи с возможным метелью, снежными заносами и порывами ветра до 15-18 метров в секунду. Гуланш Бабанян, Алмаз Камалиев, Фаиль Шайхутдинов. Новости Татарстана.